Я приветствую всех на своем канале. Решил снять такое познавательное видео про внешний аккумулятор. В руках у меня находится Powerbank Cactus. Вот его технические характеристики. По истечении времени он пришел в негодность. Сдулся. Сейчас я вам продемонстрирую. Сдулся довольно-таки сильно, что аж крышку выперло. По-хорошему его надо утилизировать, забыть про него, купить новый и пользоваться новым. Но это не про нас будет сказано. Мне интересно его разобрать, посмотреть, что там внутри. А лучше всего проткнуть аккумулятор, чтобы вышел газ, чтобы бабахнуло. Потом это отверстие заклеить, попробовать его зарядить и посмотреть, что у нас в итоге получится. Поэтому вооружаемся скальпелем. Вот у меня вот такой вот. Смотрим, где мы можем вскрыть этот Powerbank. Вот если посмотреть вот так вот с торца, видно, что вот здесь вот выперло крышечку с одной стороны и вот с другой. Поэтому сейчас я аккуратненько скальпелем попробую снять эту крышечку и продолжим наше творение. Вот аккумулятор. Видим, как он сильно вздулся. Сейчас мы его проткнем. В целях безопасности сделал вот такую вот палочку, чтобы руки находились подальше от самого аккумулятора на всякий случай. И сейчас наблюдаем, что сейчас будет. Особо никаких выделений я не почувствовал. Вот руками я нажимаю. Взрыва тоже никакого я не наблюдаю. Можно сказать, что аккумулятор сдулся. Взял вот такое небольшое шило и хочу еще контрольно на свой страх и риск воткнуть в аккумулятор. Пошел какой-то газ беленький вышел. Ну опять-таки, пока тихо и спокойно. Окна у меня открыты, тут у меня хорошо проветривается. Нажимаю. Ничего такого нет. Ну теперь мне остается что? Заклеить данное отверстие. Заклеить его можно или термопистолетом. Ну, взять термоклей. У меня есть другой клей. Самое главное, чтобы тут было все герметично. Сейчас я сюда клей капну. Вот там как и заклею. Так, сейчас я поближе поднесу. Что-то там как жидкость внутри. Или это мне кажется. Ну, не важно. Самое главное, что пока ничего страшного в том, что я сделал, нету. Сейчас заклеиваю, собираю и попробую его зарядить. И посмотрю, будет он заряжаться или не будет. Конечно, я его использовать для зарядки телефона не буду, потому что телефон может выйти из строя. Но где-то его попробовать использовать я могу. Проделав небольшое отверстие в аккумуляторе, я все-таки ощущаю неприятный запах.
И, по-моему, он даже чуть-чуть вот нагрелся. Поэтому везде надо вести себя очень осторожно и соблюдать технику безопасности, которую мы с радостью нарушаем. Так, вот сейчас клеем капну. Подождем, пока клей высохнет, и потом продолжим. Размазываю пальцем клей. Вот так вот получилось. Тут еще, я так думаю, чего никаких экстремальных ситуаций не произошло, потому что аккумулятор разряжен. Если бы он был бы заряжен, он бы действительно мог бы и бабахнуть. Закрываю крышку и пойду поставлю его на зарядку и продемонстрирую, как это будет выглядеть. Ну вот, сейчас я крышку закрыл почти до конца. И на мой взгляд, аккумулятор сдулся. Да, вот сейчас вот он ровненький стал. Газ вышел. Ну да ладно. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Подключил провод к внешнему аккумулятору. Хочу попробовать его зарядить через системный блок в щадящем режиме. Подключаем. Смотрим на индикацию аккумулятора внешнего. Она замигала. И сейчас мигает на цифре 25. Я так понимаю, пошла зарядка. Теперь надо время, чтобы посмотреть, что будет дальше. Зарядится внешний аккумулятор до 100% или что-то с ним произойдет. Смотрим. На данный момент аккумулятор полностью зарядился. Хочу немного подытожить. Температура его намного ниже температуры моей руки. Это говорит о том, что никакие негативные процессы там не происходят. Если бы он бы сильно нагревался, это могло бы привести к выходу его из строя или к взрыву. Что я могу сказать? Использовать его можно, но осторожно. Для своего телефона я его использовать не буду. А вот для вот такого телефона с побитым экраном и стареньким им можно воспользоваться. Даже если что-то и случится, не так жалко будет. Можно, конечно, профантазировать и еще придумать, куда можно будет применить Powerbank. Сейчас я покажу, как происходит зарядка на этом стареньком телефоне. Сейчас все подключу. Вот он наш телефончик. Разблокируем его. Включим Powerbank. И смотрим. Зарядочка пошла. Телефончик заряжается. На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.